Приветствую вас, мои дорогие, на своем канале Ольга Свон. В этом видео поговорю с вами о смене цвета волос. Если вы долгое время окрашивались в темный цвет, и вам захотелось выйти из него, стать более светлой, и у вас нет возможности или желания идти в салон и делать это там, да, смывать цвет ваш темный, вы можете делать это дома, самостоятельно, в домашних условиях, это не трудно, при помощи данной эмульсии. В руках у меня эмульсия для удаления краски с волос Estelle. Вот так она выглядит. Color Off называется. Отличная вещь. Я, конечно же, ее рекомендую. Она очень щадящая, не повреждает волосы. Сюда входит инструкция и три флакончика. Первый, вот цифра 1, второй, цифра 2. Все очень просто. И третья цифра 3. Это нейтрализатор. В самом конце будете его использовать. Что же нужно сделать? Прежде чем приступать к этой процедуре смывки волос, вам нужно голову помыть. Голова должна быть чистой абсолютно. Вы должны ее посушить, и волосы должны остыть. То есть у корней особенно. То есть волосы остыли, все, вы можете приступать. Берете какую-то формочку, любую тарелочку, что там у вас есть, и в равных пропорциях выдавливаете вот это средство, первое, второе. Но только не выдавливайте все. Потому что все количество, все бутылочки, все содержимое бутылочки, я имею в виду. Потому что, возможно, вам придется смывать несколько раз. То есть какое-то, допустим, количество, 2 столовые ложки вот этого средства, 2 столовые ложки этого. Смешивайте и наносите. На волосы не просто наносите, а как бы втираете. То есть берете прядку и вот так вот втираете, чуть-чуть нанесли, обильно. И вот так вот втираете чуть-чуть в прядку каждую. Вот так вот все нанесли на все волосы. Дальше что вы делаете? Вы наносите колпак. Если колпака нет, можно пакет любой, да, на волосы надеть. Или пленку пищевую тоже обмотать, как вариант. Оставляете на 20 минут. Засекаете. Потом идете сушить феном. Греть, вернее, даже не сушить, а греть феном. Прям можно в колпаке, я колпак не снимала, прям в колпаке сушите минут 5-7. Потом также даете остыть вашим волосам, берете маленькую прядку и проверяете цвет, что у вас получилось. Смываете водичкой, берете третий пузыречек и наносите на эту прядку третий содержимое, это нейтрализатор. Наносите и смотрите, вернулся ли цвет. Если цвет не вернулся и вас устраивает то, что у вас получилось, значит, вы идете в ванну, смываете все и потом наносите уже на все волосы это вот третий флакончик. Оставляете его на 5 минут, 5-10 минут, потом также его все это смываете с шампунем. Лучше, конечно, использовать шампунь глубокой чистки. В инструкции написано, что нужно 4 раза, по-моему, мыть, да? Промойте волосы 3 раза шампунем глубокой очистки. Я вам не советую этого делать, потому что это может повредить ваши волосы. То есть одного раза будет достаточно. То есть вы смыли все это, нанесли какой-то кондиционер, все. Если же у вас вернулся цвет волос, да, после первого раза, после первой смывки, или же вам кажется, что он недостаточно светлый, вам хочется, чтобы был посветлее. Значит, вы что вы делаете? Берете полотенце ненужное, сухое, либо какие-то вот бумажные полотенца и стягиваете все это. То, что вы нанесли, первый, второй флакончик, да, в равных пропорциях. Вы все это стягиваете с волос и заново наносите. То же самое. Опять разводите первый флакончик, второй в равных пропорциях и опять наносите. Понятно, да? То есть также опять берете прядку, все это втираете, оставляете на 20 минут, потом греете феном 5-7 минут, даете волосам остыть, и потом уже смотрите, что у вас получилось. Вообще данную эмульсию можно носить до 7-9 раз. Вот за один раз, за один приход, да, вы прям сели, вот сегодня я буду смывать волосы, да, смывать краску с волосами. Ну, значит, берете это средство и смываете. Очень просто. Единственный момент, скажу о своих ошибках, чтобы вы их не допускали. В инструкции написано,
что через 40 минут после процедуры волосы готовы к окрашу. Ни в коем случае этого не делайте, иначе к вам вернется ваш цвет. Походите с этим волосами, то есть вы все это смыли, посушили, с этим цветом походите. Не знаю, неделю, две, три. Если у вас сильно отросли корни, вы можете просто корни прокрасить, но остальные волосы не трогайте. После смывки мне хватило одного раза. Я с первого раза, у меня получился нормальный такой цвет, русый, светло-русый, вот такой вот. Я через 2-3 дня решила волосы окрасить. Через 2-3 дня, не через 40 минут, как в инструкции написано, у меня цвет вернулся. Не полностью, конечно, но он стал таким темно-русым. И мне пришлось опять смывать. То есть я опять брала первый, второй флакончик, эту всю процедуру проходила. И это довольно долго. То есть часов 5-6 это вас займет, эта процедура. То есть туда-сюда греть, смывать. То есть имейте в виду, что вам нужно будет хотя бы полдня свободного времени, чтобы посетить вот это, в этой процедуре. Дальше, еще такой момент. Очень неприятный запах у этой эмульсии. Очень неприятный, очень резкий. Это единственный минус. Ну, куда деваться, да? Я лучше потерплю какой-то запах неприятный, нежели мне в салоне просто сожгут мои волосы каким-то порошком, который мне не подходит, мне не нравится. Вот, вот такие вот советы. Надеюсь, было вам полезно. Не забывайте подписываться на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.